Приветствую вас в этом видео, на связи Вячеслав Опилкин. И сейчас я вам покажу, как можно будет легко настроить презентационную страницу для того, чтобы приглашать партнеров и показывать им эту страничку, чтобы они могли посмотреть видеопрезентацию и потом уже зарегистрироваться по вашей партнерской ссылке. Вот, для создания странички мы будем использовать сервис Solus Page. Вот, и под этим видео я разместил ссылочку на регистрацию в этом сервисе. То есть вы переходите по этой ссылке, нажимаете кнопочку «Вход», и здесь вот, если вы уже регистрировались на сервисах Евгения Ванина, то здесь можно будет ввести email, пароль и войти. Вот, и если еще не регистрировались, то есть нажимаете «Регистрация», все, здесь вводите свое FIO, например, там пишу Олег Петров, и вставляем электронную почту. Вставляю свою электронную почту и нажимаем кнопочку «Зарегистрироваться». Все, на вашу электронную почту пришел пароль, то есть заходим в почту. Так вот, я перехожу в свои почтовые ящики, открываем аккаунт, и получается вот у нас ваш логин и ваш пароль. Все, я копирую свой пароль и возвращаюсь обратно на страницу входа. Сюда закрываем, нажимаем «Вход». Здесь теперь вводим, вставляем пароль и вставляем наш email. Все, и нажимаем «Войти». Все, можно сохранить этот пароль, чтобы в дальнейшем уже можно было легко сюда заходить и пользоваться уже этим сервисом. Все, после регистрации вы попадаете в такой личный кабинет, и здесь нам можно бесплатно создавать 20 страничек. Но для того, чтобы создавать странички, нам нужно сначала добавить домен. То есть нажимаем на кнопочку «Добавить домен», и вот здесь вот можно уже прописать какой-нибудь, то есть латинскими буквами, ваш домен. То есть можно, я писал свою фамилию. Вот, и можно здесь вам тоже прописать какой-то любой текст. Это будет, то есть, название вашего домена. То есть он будет начинаться ваш домен, потом .soluspage.com, и потом уже будет идти название страницы, которую вы создадите. Вот я здесь подпишу Петра Тест, напишу. Вот, и здесь вот можно, в принципе, еще создавать, автоматически создать страницу из шаблона. То есть для того, чтобы это сделать, вот под этим видео я тоже ссылочку прикреплю на шаблон, который вам нужно будет себе сюда скачать. Вот ссылочку тоже найдете под этим видео, будет ссылочка. Вот я перехожу по этой ссылке. И у нас вот, получается, открывается вот такая страничка, где мы можем нажать «Получить шаблон». Нажимаю кнопочку «Получить». И нажимаем кнопочку «Оплатить», то есть он стоит у нас 0 рублей, и его можно бесплатно вам скачать, получить. Нажимаем «Оплатить». Все, и у нас вот теперь купленные шаблоны, появилась вот такая страница презентации. Вот, и здесь вот можно будет уже выбрать, то есть она здесь появится, но я покажу, как это сделать без этого. То есть просто как можно будет подключить страницу к шаблону. То есть нажимаем «Добавить». Все, и теперь у нас вот появился такой бесплатный домен Petra Test, и вот теперь нам нужно будет нажать «Добавить страницу». Вот здесь можем прописать тоже латинскими буквами, например, у нас будет страница вот такая вот, кэшбэк называться, и мы вставляем, можно точку убрать вот здесь вот. Все, и вот дальше, то есть больше можно здесь ничего не заполнять. И переходим в раздел «Купленные шаблоны». И вот у нас здесь как раз таки можно уже будет выбрать наш шаблон. То есть нажимаем «Шаблон» и переходим в раздел «Страницы». И выбираем «Выбрать страницу». Все, и у нас вот такая вот страница уже открывается. То есть здесь, в принципе, у вас все уже будет готово.
Вам нужно будет только вот, и все, что вам нужно будет сделать, получается, отредактировать вот эту вот кнопочку и поставить уже свою партнерскую ссылку на эту кнопку. То есть переходим в раздел «Содержимое», нажимаем «Ссылки», и вот здесь стоит такая ссылочка, и вот этот вот read равно, вот сюда вам нужно будет, то есть получается, вы вот это вот удаляете, и сюда вам нужно будет поставить свой ID из системы cashback.ru. То есть переходим, заходим в мой аккаунт. Вот, и здесь вот у вас есть ID. Нажимаем Ctrl-C, копируем его, либо так копировать. Все, переходим обратно на страничку. И вставляем вот сюда вот свой ID. После этого нажимаем «Сохранить». И получается, у нас страница наша готова. То есть и нажимаем кнопочку «Сохранить». Все, после этого у вас вот появится вот такая одна страница. Но если вы уже здесь, например, что-то делали, то есть пользуясь этим сервисом, то есть вам не составит труда добавить эту страничку себе из шаблона, отредактировать ее. И после этого ее уже можно будет, получается, рекламировать, показывать своим друзьям, знакомым, то есть делать посты в социальных сетях. Вот, и также можете, например, перейти по этой ссылочке и проверить, что у вас все отображается, все хорошо работает. Все, вот такая вот страничка у нас готова. Если, например, хотите поменять вот это видео, скачать его с моего канала, установить на свой, то есть также переходите в режим редактора, страницы, редактировать, и то есть также содержимое. Можно, например, вот эту вот концовку видео на YouTube поставить уже, например, свою концовочку, и у вас загрузится уже видео с вашего YouTube канала. То есть здесь это все можно поменять. Также можем менять текст, например, какой-то. То есть если хотите там поменять текст, переходим в текстовый редактор, то здесь можно поменять. И вот так вот любой блок можно, получается, текст его менять. Прописывать свое что-то здесь, если захотите менять. Также картинки. То есть здесь есть изображение, можно поменять. То есть все, что угодно. Здесь можно, в принципе, это все поменять. Немножко сделать, улучшить дизайн, если хотите это сделать. Вот. Все, и после редактирования нажимаете «Сохранить», у вас все сохраняется. И вот уже страничка ваша такая будет с вашим дизайном, с вашим видео, например. Ссылочкой на вашу регистрацию, то есть потом можете проверить, нажать на нее. Сейчас у меня вход уже сделан в мой кабинет, а так у вас будет, получается, вот такая рабочая презентационная страница. Ну и обязательно, то есть изучите информацию, которую я дал в моем телеграм-боте. То есть вам нужны будут первые шаги, стратегии больших денег, активация вашего бизнеса. То есть и вот самое интересное, это вот получается вот этот план, старт 12 шагов. Вот здесь надо будет вам тоже, получается, в вашем профиле заполнить все. Вот такое приветственное сообщение сделать. Просто его копируем. И вот здесь мы можем будет только поменять ваше имя, получается, поставить и ссылка на ваш контакт, например, какой-то контакт из социальной сети. То есть копируем вот этот вот текст. Переходим в сервис кэшбэк. Вот. Также в этом шаге, то есть вам нужно будет проделать все вот эти вот 12 шагов. Вот. И шаг 12 можно будет изучить, то есть здесь как инструкции, как можно будет рекламировать это. То есть можно ВКонтакте будет рекламировать, также по своим друзьям, знакомым. Вот. И также можно будет сделать посты в социальных сетях и в дальнейшем, то есть рекламировать, приглашать партнеров. То есть когда вот уже достигнете статуса второго уровня, я вам дам доступ к боту ВКонтакте. То есть вы сможете его загрузить, поставить и уже потом перейдете к привлечению платного трафика.
и уже увеличению, то есть масштабов распространения, то есть вот этого всего материала и приглашения партнеров уже в вашу сеть. Все, поэтому не затягивайте, то есть создавайте свою страничку на сервисе Solus Page и начинайте уже рекламировать проект, показывать своим партнерам, друзьям, знакомым, то есть всем, кто у вас есть в социальных сетях, возможно, в ваших рассылках, то есть если уже можно будет и по рассылке сделать приглашение людей. Вот, и таким способом вы уже начнете собирать свою команду и получать доход в сервисе cashback.ru. На связи был Вячеслав Опилкин. Желаю вам хорошего дня и изучения и внедрения этого материала. Все, пока-пока.